конце прошлого года президент принял закон об изменениях в Трудовом кодексе, касающихся удаленной работы. Некоторые поправки начали действовать уже с 1 января. Данное постановление регулирует трудовые отношения сторон. В частности, работодатель теперь не может снизить заработную плату сотруднику в связи с переходом на удаленную работу. Подробнее о новости читайте на нашем сайте.